И всем привет, вы на канале Irish Black Vlog. И как видите, я немного уже яйца протепала, потому что я понимаю, то, что если я буду хотя бы два яйца, это уже видео будет длиться полчаса. Мне кажется, никому не интересно, как я буду ходить и тупо делать яйца. И сегодня я вроде про Милену обещала. Давайте про Милену расскажу, потом уже пойдем по другим. Ну, Милена. Она смешная, у нее очень испорчена психика, но не всегда. Да, Милена, я помню. Вот так. Что еще? У нее была лучшая подруга Влады, сейчас у нее какая-то другая. Вон, у меня уже раскрывается яйцо, и это обычная собачка. X2? А, ну да, вот. У меня уже есть несколько обычных собачек. И, типа, нормально у меня будет запасная обычная собачка. Когда я сделаю их неоновыми. Да, супер. Какая наятная, супер! Да, ну, у меня, наверное, лучше получается, чем у меня. Да. И, возможно, мы сегодня снимем видео с Камилой. Не знаю, куда она пропала. Если я хотела видео снять, а она куда-то пропала. А, да, мы же забыли. Она модель. Кавычек нет. Ну, давайте пойдем на вечеринку. Привет, привет. Окей. Меня ведут на вечеринку. Маленькие, маленькие, такие вечеринки. Мулинки, мулинки, такие вечеринки. Ой. Это вот девочка, которая решетка идет тоже к ней. Она зашла без стука. Мы там ждали ее, ждали, я зашла без стука. Как у меня оно глупится. Да вы серьезно, мне оно даром не нужно. Так, где оно? Ужас, кошмар какой. Вот этот вот булон мне, походу, уже есть. Да, вам два. Мне не даром не нужно. Вот есть Джуниор, собачка, Тейн. Тейн. Мне будет намного легче их воспитывать. И два нового борта. Один неоновый котик, на которого я потратила все свои нервы. Я бы хотела неонового зайчика взять. Я бы хотела весь свой инвентарь. Но вот это, я как знаю, ультрарарка. Очень трудно ее достать. Ну, у нас две ультрарарки. А давайте это назовем яйцам. Ну да нет. Да, я вот такая вот малинка. Внешность. Поэтому...
мудрые шутки. Чао. Мы же долг должны воспитывать. Давайте возьмем вот этот сын. Так. Мы должны его... давайте назовем его Марк. Стой. Я не назвала еще Марк. Ой. Джуниор. Давайте пройдемся по списку моих питомцев. Это никто. Это Радио, это... Не, это тоже никто. Это Ятян. Ой, это Йоши. Да, Йоши. Это Пельмешка. Тоже не назвала. Фугре я тоже не назвала. Но она моя любимка. Ливи. Тоже не называла. Тоже не назвала. Тоже. Ну, короче, я их скоро назову. Давайте его назовем Марк. Потому что она похожа на собаку моей подруги, которую я в скором времени выставлю на канал. Кстати, мы скоро опять к ней поедем, это что-то чем-то. Это вообще круто, потому что мы с ней обычно видимся, да, русский язык покинул чат. Мы с ней обычно видимся только через год. Вау. Необычно. А дверь надо за собой. Можно приготовить пиццу бесплатно. Бесплатно, да? Возьмем это. Возьмем это. И пиццу. А куда ее засунуть? Супер! Думаю, на этом я могу закончить свое видео, сколько оно длилось. Всего 9 минут. Ладно, давайте для перфекционистов додержим 20 минут, чтобы ровно 10. Ну, стоп. Давайте я тут побегаю немножко, бегаю, да? Да. 50, 51. 53, 54.